1400 ярославцев намечено поставить под ружье. Таков план по весеннему призыву для региона. В областном военном комиссариате уверены, что с поставленной задачей справятся, поскольку отношение к армии изменилось в лучшую сторону, и россияне стали служить охотнее. Уже за первую неделю отобрали около 400 человек. Теперь даже появилась новая тенденция, сообщил областной военком. В военный комиссариат поступают обращения от тех, кто в прежние годы получил белый билет и признан негодным по состоянию здоровья. А теперь решил все-таки отслужить, поскольку без этого не принимают во многие силовые ведомства, такие, например, как МВД, прокуратура и Следственный комитет. Также военкомат получил разнарядку направить 350 человек на обучение в различные военные вузы страны. Причем 7 учебных заведений будут набирать и девушек. Из представительниц прекрасного пола для армии подготовят специалистов по связи, радиоэлектронике, военных медиков и переводчиков. В последнее время бум какой-то пошел. Причем звонят мне в любое время суток на телефон горячей линии. И очень много молодых людей, которые ранее получили военные билеты, могу только предполагать, что они инициировали сами свои болезни, чтобы получить военные билеты и освободиться от службы в армии. Вот у меня за последнее время, за последнюю неделю, наверное, 5 или 6 обращений по поводу того, что обратно переосвидетельствоваться из негодника стать годником и призваться в армию. Но обратной дороги нет, закон это не предусматривает.